Сегодня разрешилась главная интрига славянского базара. В Витебске состоялась церемония награждения победителей международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Гран-при этого года уедет в Македонию. А вот жюри взрослого конкурса свой вердикт уже вынесло. Это решение выстраданное, но справедливое. Именно так судьи оценили свою работу на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск» 2012. Третью премию в размере $3000 разделили между собой итальянка Федерико Маринари и Светлана Колканджиева из Болгарии. Вторая премия и $6000 у украинки Галины Конах. Первую премию и $9000 увозит в Латвию Саманта Тина. И, наконец, подаваться из зала председатель жюри конкурса Максим Дунаевский вручает гран-при обаятельному и очень талантливому парню из Македонии Бобану Майсовски. Главному призу полагается вознаграждение в размере $15000. Это будто сон, о котором я очень давно мечтал. Сон, который внезапно воплотился. Я потрачу деньги на свою музыкальную карьеру. Так что ждите новых клипов и новых песен.